Мои золотые, всем здравствуйте. Вы, как и я, снова на кубанских землях. Сегодня я решил сделать очень интересный для себя вечер. Приготовлю вкусные кубанские бургеры. Сами понимаете, бургер без котлетки не пойдет. Мы с вами не вегетарианцы на кубанских землях. Любим мясо, вкусное и сочное. Поэтому первым делом свининку, вот это мясо, мы через мясорубочку пропустим несколько раз, чтобы получились вкусные котлеты у нас, сочные и, как говорят, обалденно мощные. Мои золотые, смотрите, первый раз мы перемололи все мясо, но для хороших котлеток сочных нужно сделать это два раза и потом еще хорошенечко отбить наш фарш. Перемолим второй раз. Мои золотые, ну, фаршем занимаюсь я, видите, да? Процесс этот не быстрый. Вначале его два раза перемешать, потом еще хорошенечко отбить. Вот, ну, сейчас быстренько все сделаю и перейдем дальше. Мои золотые, ну, все, фаршем я позанимался, я его хорошенечко отбил. Теперь мы его поперчим. Вот смотрите, да, я тут беру смесь перцев. Я уже кручу-кручу долго. Хватит перца. Потом у меня вот такая адыгейская соль. На Кубани только почти сделанная. Рядом соседи наши адыгейцы. Соль ихняя. Очень хорошая и вкусная. Солим ей. Так. Побольше. А вот с другой стороны я возьму. И в руку так себе раз. И чуть-чуть, совсем немножко паприки. Для красоты. Чтобы мяско было такое симпатичное. Она когда будет жариться, она будет такого, знаете, интересного цвета. Все, и перемешиваем хорошо. Все, с фаршем я закончил. Вот такой он у меня красавчик. Смотрите, поближе подойдите. Вот, смотрите, видите, да? Я его оставлю вот здесь. Пускай он ждет своего момента. Пока я перейду на эту сторону моего стола и буду заниматься вот этой вот историей. Мне нужно еще сделать там, разобрать булочки. Кстати, булочки я купил, мои золотые. Это история не про меня, чтобы я еще их испек сегодня. Я бы тут из голоду был уже того. Поэтому булочки я купил. Кстати, булочки вроде шикарные. Вот такие специальные для бургеров. Maxi Burger Buns называются булочки у меня. Вот, я их буду использовать. Бекончик у меня. Сметанка, сливки, сок лайма. Это с горчицей. Мои золотые, кубанской горчицей. Это у меня для соуса. А что касаемо, ну, сырок для бургеров вот сюда, огурчики, конечно, вот сюда, помидорка и лучок. Видите, я все распределю сейчас. Мне нужно подготовить ингредиенты все. А, еще листик салатов. Подготовить все ингредиенты, ну, а потом буду собирать бургеры. Начну разжигать огонь пока. Мои золотые, нарезаем овощи для того, чтобы потом, короче, подготавливаем все продукты, чтобы потом собирать бургеры. Я начал с помидорчиков, с кубанских, конечно же, вкусные, не могу оторваться. Еще чуть помидорчиков. Сейчас буду лучком заниматься. Красный лучок. Салатик.
листики салатика. Сполоснем. Мои золотые. Ну что, начинаем формировать котлетки наши для бургеров. Такой, знаете, самый ответственный момент. Потому что, ну куда бургер без котлеты? Ну никак. Без вариантов. Смазали ручки маслицем. И берем вот такой примерно кусочек мяска уже готового. Сейчас я посмотрю на глаз. Мне нужно, чтобы мои котлеты были чуть побольше, чем моя булочка. Мои золотые, ну все делаю на глаз, вы сами понимаете. Никакого профессионализма, никаких вот этих вот формочек для котлет. Все на глаз, примерно. Леплю примерные котлетки, чтобы они были похожи. Вот тут чуть больше, убираю мясо. Вот, ориентируюсь по вот этим первым двум, которые у меня получились. Мои золотые, ну как вы поняли, по количеству котлеток у меня будет 8 бургеров сегодня. Думаю, вы все уже смогли это прочитать и посчитать. Вот, чуть у меня осталось фарша, вот я вам покажу. Смотрите, видите, но он никуда у меня не пропадет. Пойдет в дело. Что-то из него потом придумаем. Все, угольки мои подошли. Сейчас будем жарить котлеты. Начнем. Мои золотые, ну все, начинаем жарить котлетки, поехали. По 3 минуты с каждой стороны. А потом еще с сырочком они у нас будут доходить. Все, по 3 минуты с каждой стороны. Закрываем. Мои золотые, пока там котлетки у меня жарятся, 3 минуты, откроем булочки и разрежем их. Мои золотые, 5 минут прошло, точнее 3 минуты прошло, переворачиваем. Все, закрываем еще на 3 минутки. Нам хотя бы... Все, время пришло. Давайте посмотрим, что у нас получается с нашими котлетками. Мои золотые, булочки поджарим, но это надо делать очень быстро, потому что они быстренько могут подгореть. Хлебушек, он имеет свойство сгорать. Мои золотые, время поджарить булочки. Они очень быстро поджариваются, поэтому мы их только что кинули и сразу убираем, снимаем. Вот, берете булочки, кладете их аккуратненько на угольки и даже не отходите, потому что они мгновенно пригорают, мгновенно. Вот, смотрите. Оп, видите? Чуть-чуть, нам нужно, чтобы они... подошли. Вот это уже готово. Это тоже снимаем. Хватит. Делаем соус. Соус – это, знаете, душа практически бургера. Если мясо – это его внутреннее сердце, то соус – душа. Будем делать соус. Берем сметану. 2 столовые ложки. Даже, может, чуть побольше. 2,5. Выключаем. Дальше.
берем майонез легкий и добавляем на глаз тоже. Ну, примерно тоже около 2 столовых ложек. Вот так хватит. Дальше мы берем жирные сливки, у меня 20%. Добавляем сюда. Примерно 1 столовую, может быть, 1,5 столовые ложки. Вот так вот. Достаточно. Дальше мы берем горчицу, острую, кубанскую, мои золотые. Открываем ее, протыкаем и добавляем тоже на глаз. Примерно 1, может быть, 1,5 столовые ложки. Достаточно. Дальше мы берем сок лайма. Нам нужно приблизительно 1 чайная ложечка. Ну, мы сделаем 2 на глаз тоже. Вот, так будет достаточно. Мои золотые, я уже добавил, видите, мелко порезанный укропчик и петрушку. Теперь беру соль. Ну, конечно, наших соседей адыгейцев. Беру и добавляю. Через эти дырочки плохо насыпется, вот через эти насыплю. Вот так вот, чуть-чуть. Достаточно. И чуть-чуть перчика. Смесь перцев для пряности. Достаточно. И все это хорошо перемешиваем. Подойдите поближе, посмотрите. Вот такой получился соус. Шикарный, шикарный, мои золотые, шикарный, слов нету. Самый важный момент, добавляем сырок. Закроем на 2 минуточки. Точнее, даже на полсекундочки. Нет, на 30 секунд. Закроем. Смотрим, мои золотые. Вот вы мне скажите, все-таки гамбургер или чизбургер? Вроде с сыром это чизбургер. Без сыра гамбургер. Но мы их назовем бургеры. Кубанские сегодня. Все, начинаем формировать. Все, я приготовил, все, что должен был. Мои золотые, показываю специально для вас. Берем булочку нижнюю, намазываем наш соус шикарный, который мы сделали. Побольше, не жалеем, вот так вот. Раз. И на верхнюю мы тоже намазываем соус, тоже не жалеем. Есть. Дальше. На булочку мы кладем листик салата 1. И листик салата 2. Сюда мы берем... Кладем нашу шикарную котлетку с сырочком. На нее мы берем, кладем 2 бекончика, вот таких красивеньких, видите, да? Чтобы они так свисали. Сверху мы берем кубанский помидорчик, вот такой красивый. На кубанский помидорчик мы берем вот такие огурчики малосольные, кладем. На них сверху мы кладем лучок. Красивенько, вот так вот раз, 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 раз. Ну, можно... Лучочка не жалеть, это тоненький уберем, а вот это вот оставим. Есть.
Все это мы накрываем булочкой, зажимаем и сверху натыкаем на изолты. Видите, да? Все, что задумано, исполнено. 8 бургеров. Надо попробовать. Возьму вот этот, на меня он посмотрел. Красавчик. Сниму так палочку. Сейчас я откушу, а потом я разрежу вам, покажу, как он внутри. Вот, смотрите. Бомба. Фантастика. Превосходно, белиссимо. Сейчас разрежу, покажу. Ножик. Сестра, где ножик? Какой он в разрезе у меня получился. А? Шик. Мы золотые. Все, спасибо вам большое, что вы смотрите на меня. Вот такой сегодня шикарный бургер у меня получились. Кубанский, ну конечно же. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Буду вам обязательно на них отвечать. До свидания, до скорых новых встреч. Мои золотые. А как соус? Я пока не поняла, но мне уже вкусно.